позвонила, она опять там помогла, делала опять что-то там приготовила. Ну, какая-то неорганизованность, забывчивость, может быть, что тоже является такими, ну, можно обратить на это внимание. То есть, если это все эпизодически, то да, если это уже потихоньку переходит, и всегда мать зашивает, как бы, делая на самом деле, ну, правильно, то, что это может быть, а здесь она не может, потому что она находится в таком уже непрерывном состоянии. Потому что она медленно реагирует, вообще очень вялая, может, да, факт. Либо наоборот, постоянно возбужденная, да, бритью за мелочей, раздражительная. То есть симптоматика вполне разнообразная, но она просто показывает то, что человек ведет себя неадекватно. Угу. Да. Или другую сторону. А противоположный пример наша слушательница нам пишет. Ирина, у меня в молодости была депрессия с явлениями анорексии, и вот рождение ребенка меня вылечило. Вы говорите, не рожать. А бывает такое, что наоборот, рождение ребенка помогает женщине избавиться? Конечно, бывает. Потому что опять же это ведет. Наверное, изменения происходят, в принципе, гормональный фон меняется, и действительно может быть для кого-то беременность, рождение ребенка, все эти процессы физиологические, ну, конечно, психологические происходящие, они дают с психологической точки зрения осмысленность, радость, это чувство симбиоза. Малышок достаточно часто такое бывает, что люди нестабильные, рождение малыша, как раз, ну, не будем говорить, хорошо это или плохо, просто констатирует, сливается стиль в этом симбиозе, которого не хватало. И, к сожалению, ноги так и остаются на долгие-долгие лет. Вот, значит, это уже не очень хорошо. Но сам факт, что для ребенка до года, конечно, это полезно. Он будет маленький симбиозе, ну, даже не до года, там, до 8 месяцев. Но потом нужно будет его отпустить. Такой же личный, может, депрессия начнется, когда ребенок станет подростком, или там, увидит, замужем женится, потому что прервется вот это питание. Так, Василий спрашивает, а у мужчин бывает депрессия? Вы знаете, я, честно говоря, таких вот прямо стадий, то есть стадий такого диагноза нет, но я предполагаю, что, конечно, может. Это просто она у них не послеродовая называется, а просто депрессивный эпизод. В случае, если он остался в депрессии, просто мужчина ничего не меняет, у тебя в штуке. Нет, ну как не меняется, там все меняется. Ребенок – это приход ребенка в семью, это большой кризис для семьи, почему и, в общем-то, перестройка всех ролей в семье. То есть появляется третий человек. Если раньше была диада, муж с женой вдвоем, все внимание, все крутилось друг с другом, то теперь мама становится недоступной для папы, она с этим младенцем. Ей хорошо, она с ним в симбиозе, ей ничего не надо. А папа, как пчелка, должен, в общем-то, все это обслуживать. И у него тоже есть свои страхи, есть свои представления, что жена поменялась, ну, тоже, да, вероятно, какая-то сексуальная жизнь, может быть, становится не такой активной, общение не такое активное, поддержка не такая активная. И мужчины тоже несколько, там, девочки потребят по телефону, скажет, ну что-то у меня присуха началась, да ладно, давай так, если это просто не происходит, и в общем все, поехали дальше. Ну то для мужчины, конечно, покрепить не с кем, поэтому и алкоголизация может начаться, если совсем такая изолированность. Опять же, есть страхи, какой я отец, хороший, плохой. Женщина на физиологическом уровне, в норме, у нее материнский инстинкт, ну, просыпает, потому что она родила, у нее гормоны, все. А у мужчины вот так автоматически не происходит. И вот он смотрит на это, кричащее, на эту жену замотанную, и думает, ничего, и это типа счастье. Поэтому здесь очень вполне даже может быть, что у мужчин тоже такая симптоматика депрессивная, тревожная, может быть, проявляется. Как мы сегодня должны оправдаться, да, с приходом ребенка. Кризис семьи, посттрудовая депрессия. Знаете, что заметила Мария? Некоторые слушательницы, ну, прям к концу, когда мы начали говорить, вот, потому что такое бывает женщина, которая
например, была ли после родовой депрессии у наших мам и бабушек без центрального водоснабжения, канализации, отопления, печной, огород, без блендеров, старалок, автоматов и так далее. Вероятно, что было. Конечно, я тоже. Слушайте, вот эта злость, она, знаете, о чем говорит, что люди хотят себе доказать, что этого быть не должно. А что он видит? Ну, это есть. Вот, если бы это так не затрагивало, эмпатика, да, к таким состояниям. А здесь как будто нельзя. Нельзя. Это запрещено. Кстати, это тоже один фактор. Вы спросили, почему не рассказывают. Потому что и вот, нельзя. Может, понятно, получается, и вот так и должны скорее передаваться. Нет, вот эти мысли о том, что наши бабушки, дедушки, я думаю, что многих это действительно помогает нам справляться со сложностью. Когда нам кажется, что мы не можем, кажется, что это за пределами наших возможностей, это очень полезно помнить тех, кто с этим справился. В том числе, конечно же, еще лучше, что если это наши родственники. Я думаю, что многие эти пользуются. Я так же. Это сложный момент, ой, все, уже невозможно. Ты уже, а как же люди справляются, значит, ты их можешь. Это хорошая методика. Ну, какая нравится, какие сложности. Но злиться при этом на других, это как-то глупо. Когда вам будет сложно, знаете, вот ваши бабушки, мамы, причем это помогает из тех энергий, о которых, если у вас там есть заложено в ваших телах, вытаскивает вас из вас. А злиться на других, почему? Знаете, почему? Потому что кому-то можно выйти и попасть, а эта женщина себе не может позволить, и она злится на другую, что стоит от себя там как-то жалеет. Как правило, эти женщины очень хотят, чтобы другие женщины рожали. Вот, и они вот Да. И мучились, и мучились. Да, я перемучился. То есть это даже не женщины, а девушки. Мамы. Просто женщины. Которые хотят, чтобы ее помучились так же, как они. Вот, но повторюсь, к счастью, мы говорим всегда об этом событии, потому что такое бывает, это правильно. Мамочки нас, близкие люди, вот, те, которых недавно родили дети, замечают вот эту депрессивную ноту в этой ночной нерадостной событии. И лучше ее обсудить, понять, что вот это психическая усталость, либо это психическая усталость, она тоже может быть, потому что и от радости, и от любой события, которое выходит за рамки привычного, оно вызывает здесь на определенные изменения. Даже если оно позитивное. И на это нужна энергия. Мы тут даже переглянулись, я так понимаю, мы с тобой об этом сообщении было нашего слушателя.
а потом снова штаб Красной Армии. Но дом смог устоять, даже после обстрела танка. Вот очень здорово. И скажите, вот что сейчас там находится? Какие экспонаты могут увидеть посетители, да, чем вы их привлекаете, чем заинтересовались? Если продолжить тему войны, то да, действительно, есть несколько экспонатов, связанных с войной, то есть осколки непосредственно из тела хаты вынутые, есть винтовки Мосина полностью уже заржавевшие, конечно, можно только адрес понять по ним. Ну и есть информация о том, что вот были захоронены 8 наших бойцов, которые как раз-таки защищали эту хату. Можно из хаты делать походы, например, на горло Ламберна, если у нас есть такой спортивный коллектив, дети, подростки, пожалуйста, мы будем рассматривать эту тему, потому что партизанские отряды работали, много подвигов совершалось, в частности, возле Смоленска, Новодмитриевска, то есть весь Северский район покрыт славой, поэтому здесь можно проводить такие мероприятия. В самой хате непосредственно, но я начала с того, что хата очень большая, необычная, это атаманская хата. Каждый, кто в нее заходит и видел раньше кубанские хаты, он удивляется ее размером. Она около 70 квадратных метров. С каждой стороны у хаты есть окно. То есть это говорит о том, что это последнее прибежище для станичных казаков во время набега. То есть каждый знал, вот где спасаться. И поэтому не жалели друг на то, чтобы отапливать эту хату, не жалели сил на то, чтобы ее такую большую построить. А печь вот она сейчас. Дело в том, что печь уже новая сделана посредине, но она на месте той старой. Потому что вы должны понимать, что хата уже давняя, в ней жили как бы и современные поколения, которые хотели благами цивилизации пользоваться. То есть хата была снаружи обшита современным материалом и переделана под отопление газовое, соответственно, инфраструктура была подведена, друзья мои. И печка была разрушена. Но реставратор Борис, он нашел основание той старой печки, и именно на этом месте он возвел большую, да, хорошую русскую печь. Скажите, а сколько времени заняла реставрация, восстановление от того первоначального вида? Около 5 лет. Около 5 лет, да. И теперь надо такая колонна пугает. Возможно, там обязательно, чтобы ее подмазывали, чтобы какие-то заторы. Там просто печкой требуется. Во дворе хаты находится светофор, может быть, реверсивные движения. Тоже надо понимать, что традиционно у нас были журавли, потому что казаки-мужчины, они находились на службе и оставались в домах женщины. И вот чтобы матушка пошла и принесла ведро воды, надо было силу определенную иметь. И вот как раз-таки журавель женщинам помогал в этом труде. А вот скажи, пожалуйста, какие мастер-классы проводите в этой хате? Я когда познакомилась, я уже не когда год только живу, да, и пандемия спутала нам некоторые планы, но тем не менее очень много интересных людей, которые, допустим, мы можем провести мастер-классы по изготовлению посуды какой-то глиняной, кружки, тарелки, можем какие-то старинные вышивка. В общем-то, очень много. Потом там еще есть люди, которые занимаются, допустим, на фермерском хозяйством. То есть мы можем посетить подворье, где молочную продукцию, где мед производят. То есть много вот таких вот интересных моментов в самой хате. Сельских, да? Да, аграрных, сельских, да, моментов. Потом в самой хате там большое количество инструментов, которыми пользовались сами жители этой хаты. То есть для женщин это пялки, да, это нитки, это вот огромное количество вышивки в хате находится. Кому-то остался, фотография есть, а вот, то есть ну, это нам передала внучка, То есть вот конкретно, конечно же, я не могу сказать, в каком году и кто, но от внучки вот старинный этот комод, он, да, остался. Полы там остались, то есть балки, стены, все это осталось.
У меня такой вопрос. Я хочу купить рыбу. Здесь можно где-нибудь рыбу взять копченую? Одну, две штуки такие. Или где-нибудь в Ростовской области там. Да на рынок зайти там Волома. Да на рынке, понимаете, на рынке берешь, кто ее знает, сколько она там лежала. Нет, тут у нас, вот вы проехали, стоит Днепровская, там этих рыбных магнатов, сколько они садились, вертят. В общем, рекомендуете в магазине это ехать, в магазин заезжать, да? Да, она не залеживает. Ну, идет нормально. А то столов там все это делает. На трассе я залазил. И цену лучше смотреть. Да, это цены. Просто просили привезти рыбки. Я взял немного, они хотят копченую. Ну, это рыбки, я раскупаю. Толстолобик, да? Толстолобик. Вяленый. А здесь что-нибудь есть поблизости? Сейчас по пути. Вот сейчас через Тимошенко, если направо поедем, раз и пробку объедете. Вот сейчас вас вот куда ведет? 410 метров. А, вот направо у нас и ведет. Вот направо сверните. Там улица Пролетарская, рынок управляете. Там Волома, это рынок. А, там рынок есть, да? Да. Все, спасибо. На трассе дороже будет. До свидания. Шестьдесят.
Пойду спрошу.
Она там под хорошо.